На днях в Центральном парке Аллакашехабли были сломаны урны для мусора. В голове не укладывается тот факт, кому они могли помешать. Ведь все это делается для нас, жителей Кашхабльского района. И более того, этот парк является лицом не только аула, но и всего района. Администрация сельского поселения среагировала мгновенно. И уже 21 октября силами работников сельского поселения сломанные урны были вновь установлены. Для этих целей было закуплено 3 мешка цемента, гравий и арматура. По словам ведущего специалиста местной администрации Рашида Папова, после недавних событий рассматривается вопрос об установке камер видеонаблюдений на территории парка, чтобы в будущем исключить возможность повторения подобных фактов. Будем надеяться, что те, кто совершил эти действия, пожалели о содеянном, и уже впредь рука у них не поднимется поступить таким мерзким образом.